Добрый день, Валентина. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы сегодня с каким флагом идете? Я иду флагом России. России? Ну, это СССР, который рожден. Где родилась? Я там родилась. А почему именно с этим флагом? А потому что она в памяти у меня вот этот флаг. И вы знаете, когда увидела, была в Израиле, увидела там плакаты, и вот такие флаги несли. У меня сердце от радости заходилось. То есть это самое светлое ваше воспоминание? Кто рожден был в прошлом веке, в половине, во второй. Всем я чудо-человеком посвящаю стихи свой. Мы там родились, мы там жили, и нам было неплохо, я вам скажу. Нам было хорошо. Да? Спасибо большое вам. Да нет, праздником вас. Я вас поздравляю тоже с праздником и желаю вам крепкого-крепкого счастья. А счастье – это когда дома нет больных, в тюрьме нет родных и в друзьях нет гнилых. Пусть у вас всегда будет только счастье. Замечательно, спасибо.